да? Одна мимо меня проехала. За мной едет. Там еще будет сзади. Сука, блядь. Принял одну. Аплоды все-таки переигрывают. Так и напишем. Хорош. Попал под лошадь. Блин, там Скорп еще гибрид. Скорпа рыбу. А, сзади тебя сами Скорпи, сзади. Вижу, а я не успею. Короче, там милишка едет в карпу. Скажите с тобой. Милишка у меня. Тут прям милишка. О, они все вместе слева. Сейчас за мной поеду. По-любому. Скарпа забираю. О, да, принял. Жопу. Меня здесь двое зажали. Скарпа забрал, еду за милишкой. Бля. Еще одна едет на нашего хуера. Помощь, парни. Я все. Без комбайна. Одна без комбайна. Сразу вылез. Ноги в руки на базу. Там динамик без комбайна. Ну все скрой. О, в инвиз справа ушел. В инвизе с комбайном. Вот, прошел. Нет, они без комбайна. Он без комбайна, назад, на базу. Базу дай захватить тогда, а то бегать будет. В инвиз на базу заходи. Они сейчас бегать все будут там, блядь. Ну ты более-менее это пошловый. А чё толку, они по количеству выиграют? Ну, догнать их. Назад. Они вот так сейчас будут, одна уезжает, вторая приезжает. Вот здесь. Собакены, блядь. Не дай захватить, на базу заезжаешь, искри. Искри сразу. Все, сейчас собака заменил. А, блядь, поскрили. Вот давай, вот справа, куда? А они оба нет. Без комбайна, что ли? Давайте, смысл, что тут делают? Взрывайте. Я что-то не понял. Они ну, устрой комбайны, по-моему. Они все без комбайна. Так смысл сейчас все равно. У нас еще есть бой. У нас одна победа. Ну да, взрывайся. Да взрывайся ты уже. Трое. Да там три кабинка и вот таран будет. Сейчас, что ты сделаешь? Вдруг он сейчас переискрит, весну будет жарить, не знаю. Ну бля, время же идет, ё-мо, что ты делаешь? Вот для чего нужна апнутая искра, например. На уровне. Ой, искра не, бля. Бля, где у меня этот зажиматель? Опять себя сразу забрали. Да, я видишь, меня выбили с инвиза. Я в ховера сразу въехал, ховера забрал. Парни, подсобрал машину, ща испытаем.
меня проехало двое. Одного встретил, второго встретил. Да что ты, блядь, будешь делать? А, сука, как я на него заехал, блядь. Карпы теперь работает. Охуеть. Скорп меня может с легкостью побить. Уже должен это скорпа сейчас принять. У него еще целое копье. Да, это пока с гибридом. Снесешься, в принципе, ты. Он как-то через него прилетит, сзади Каспер будет искрить. Временно собрали. А то хуже будет.